День туризма в санатории «Знания» провели в формате партнерско-делового ужина. На праздник пригласили всех тех, кто в высокий сезон помогал санаторию принимать гостей. Кстати, в таком формате День туризма в «Знании» празднуют уже третий год подряд. Гостям предлагали не только насладиться приятными напитками и закусками, но и массу развлечений. Можно было нарисовать портрет в виде доброго шаржа, сделать на память яркие снимки, пофотографироваться в интересных образах или пополнить библиотеку санатория, оставив на красиво оформленной полке книгу с пожеланием. У нас будет пиротехническое шоу, которое в Сочи, в принципе, тоже никто не делал. В общем, много хорошего, много сюрпризов. День туризма для нас – это наша профессия. И мы хотим, чтобы те партнеры, даже которые нам делают поставки и так далее, прикоснулись к тому, чем занимаемся мы. Главной частью вечера стала церемония награждения. Подарки за многолетнее сотрудничество получили партнеры санатория. Был вручен и сертификат на персональную ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей студентке СГУ, обучающейся по специальности туризм. А главным призом стал велосипед от «Здорового мира Сочи». Партнеры, в свою очередь, также предоставили подарки для праздничного розыгрыша. Каждый из них, отметили организаторы, внес свою лепту в удачный сезон, который руководство санатория называет самым успешным за всю историю здравницы. Загрузка санатория побила все рекорды, и никогда еще такого лета в санатории «Знания» за все 42 года нашего присутствия на рынке таких результатов у нас не было. Причем это и по количеству гостей, и по количеству ночевок, и в финансовом плане тоже мы очень довольны прошедшим сезоном. За последние три года санаторию «Знания» удалось получить статус круглогодичного. Даже зимой здравница загружена больше, чем на 80%. Сочетание цены и качества плюс хороший сервис и лечебная база – все это секрет успешно проведенного высокого сезона, который в «Знании» еще продолжается. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.